Добрый день, уважаемые зрители. С вами доктор Константин. Сегодня цистология. Это невроз мочевого пузыря. Чаще всего женщины, либо женский род, что болеет данным заболеванием. Хотя многие говорят, что это не заболевание. Это просто-напросто такой симптом. Хотя, вы знаете, в западной медицине единого мнения, как развивается цистология, нет. Там точно так же ведутся дебаты. Кто-то говорит, что это гормональные нарушения. Кто-то говорит, что это нарушение центральной нервной системы. Кто-то говорит, что это инфекции. Ну, очень много мнений. Как рассматривает восточная медицина? Очень просто восточная медицина рассматривает состояние мочевого пузыря. Если мы говорим о женских половых органах, что мочевой пузырь тоже относится к половой сфере, то нужно знать, в каком состоянии, прежде всего, три основных меридиана, которые контролируют мочеполовую систему женщин. Это почки, это печень, это поджелудочная железа. Но так как все 12 меридианов контролируют мочеполовую систему, как у мужчин, так и у женщин, диагностика 12 меридианов очень важна. И все эти меридианы нужно привести в норму. Все очень просто. И если эти меридианы в избытке, данная точка расслабляется. И если эти меридианы в недостатке, они восстанавливаются, данная точка тонизируется. Единственное, но многим нашим людям нужно пояснить, что когда вы восстановили меридианы, их нужно содержать в норме. Понятно? А не бросать и сразу что? Жить жизнью, потому что что? Здоровье вернулось. Его нужно прежде всего вернуть, потом пожить некоторое время с этим здоровьем, потом умножить его в несколько раз, а потом уже можно что? И начинать свою опять бурную жизнь на этой земле. Спасибо за внимание.